По ситуации с коронавирусом в Чехии на данный момент. Первые случаи были выявлены в марте прошлого года. До сих пор переболело около 2 миллионов человек, смертность из которых составляет 1,8%. Чрезвычайное положение вводилось 4 раза, из которых последняя из них перестала действовать только в апреле этого года. По ограничениям передвижение по городу, в общественных местах, городском транспорте только в респираторах дозволенной маркировки. Это FFP2 и KN95. Никакие ни медицинские маски, ни шарфы, ни капюшоны, ничего. Все это запрещено. Во время чрезвычайного положения был еще введен комендантский час. С 9 вечера по 5 утра запрещено передвижение по городу только по специальным пропускам, а также выезд из города, опять же, по специальным пропускам. Работодатель обязан предоставить работнику требуемые респираторы. Итак, школы тоже возобновили свою работу. Правда, детям делают тесты на ковид. Если открывают хоть один случай, закрывается весь класс. Вакцинировано на данный момент около 20% населения, это почти 2 миллиона человек.